Ножом ранить тяжело. Выстрелить намного проще. Ты не чувствуешь боли. Просто нажимаешь на спусковой крючок. Это просто. Но вот с ножом все иначе. Ты все чувствуешь. Чувствуешь его боль. Из-за этого все происходящее кажется настоящим. Это сам король. Опасный тип. Любая контрабанда, торговля людьми. Подпольные бои. Выбирай. За последнее дело. Малышка, куда идешь? Давай, садись. Хотят меня. Заберут меня. Забери меня. Живо. Смотри-ка. Возвращение блудного сына. Я знаю, кем он был. И кем он стал теперь. Но это не важно. Ведь это больше не задание. Теперь это война. Где, мать вашу, Тар? Смерть не ждет никого. Я готов. Иногда выиграть нельзя. Это грандиозный финал. Я пытаюсь сказать, что есть три типа мужчин. Мужчины обычные – это трусы. Храбрые – бойцы. А есть еще третий тип мужчин. Те, что решили превзойти природу человека и полюбили насилие. Такие, как ты.